каждого из подопечных Юлии Потаповой в доме счастливых собак непростая судьба. Кого-то бросили хозяева, кто-то попал под машину или оказался в мешке. К счастью, все это в прошлом. И сейчас на попечении Юлии хвостики чувствуют себя хорошо и учатся заново доверять человеку. Всего под опекой женщины более 60 взрослых собак и щенков. Все свободное время она дарит мохнатым подопечным. Делает это от души и за свой труд не просит благодарности. Однако большое спасибо от лица всех неравнодушных к судьбам братьев наших меньших нашло Юлию на премии «Время героев». В номинации «Герои зоозащиты» побеждает Юлия Потапова. Жизнь стала бы лучше, если бы каждый человек нес ответственность за свои поступки. Свою награду народная героиня называет бесценной, выражает огромную признательность тем, кто голосовал за нее и ее хвостиков. Юлия признается, такие премии нужны, ведь это помогает привлечь внимание людей к проблеме брошенных животных. И, возможно, ее пример послужит для кого-то ориентиром. Любое добро – это труд. Он иногда бывает неблагодарный, но, тем не менее, опускать руки, конечно же, это самое последнее. Потому что если ты что-то начал, за какую-то жизнь ты взял ответственность, ты должен нести это до конца. У нас их много оказалось. И мы как бы пока, благодаря нашим друзьям, мы справляемся, и у нас все получается. А главная победа – это 60 счастливо виляющих хвостов, которых Юлии удалось спасти, выходить и воспитать, чтобы однажды они смогли стать верными друзьями для своего человека. Ирина Радайкина, «Народные новости».